пройти не дано. Так много народу на площади, но рядом никого. Снова земля. Мы, как всегда, неизвестно куда, и не сбить нас с пути никому. Хитро прищурился наш капитан, он-то знает всегда, что к чему. Синяя линия, там горизонт, и никак нам его не догнать. Ясного неба распахнутый зонт закачался над нами опять. Песня, которой названия нет, появляется в мире сама. Музыку словишь легко, как во сне, и охоться потом на слова.
борту, может, примем команду свою. Думай об одном, сам не зная о том, будешь нас ты искать днем с огнем. Ждать, засыпая с открытым окном, что корабль наш появится в нем. Лиманчик, потому что она придумана в Лиманчике. Это на Кавказе такое место. Вот. А продолжена она в Фарусе, поэтому она такая двойная получилась. Короче, песня про юг. Вдруг звезды откликаются, и хочется им смотреть в глаза.
нашим любим вам. Сезона. Миш, песни полетели. Ты не знаешь такую песню? Ну, ты все разложили свои многочисленные. Замешательство в рядах музыкантов. Вот они уже вспоминают свои партии потихоньку. Надеюсь, что ты что-нибудь изобразишь. Thank you.
зеленая река, грозовые облака, что грозят издалека липними, сильными. Пусть лебеди летят, свои нитками скрипят, и драконы шелестят крыльями, крыльями. Нас тобою довезут облака, чтоб мы будто короли, корабли, церковь меня целыми. Спасибо большое. И сейчас будет песня из мюзикла, который мы когда-нибудь скоро уже подготовим. Свет, а сколько еще песен? Одна. Можно? Да. Последняя песня называется «Алые паруса». Из мюзикла «Алые паруса». Алый парус у вас на мониторе лежит. Вот алые паруса. Это декорации. На простреле декорации. Правильно, это прострел. Вот Дима приучил, воспитал, вымуштровал. Просто иди.
Торопов – саксофон. Приветствуйте, пожалуйста, Кирилл. Миша Плотников – перкуссия. Фокса испанцев. Спасибо большое. Мы выяснили, что он как раз самый прострел нас на прострел. Это прострел. Это Окси, испанцы. Спасибо. Но у нас заключительное выступление, это Юрий Боярченко, который доехал до нас сквозь жопу.